dvhub.ru. Задача поддерживается вопросами, связанными с улучшением инвестиционного делового климата, с поддержкой и стимулированием малого и среднего предпринимательства. Ну и, конечно, некая квинтэссенция, результатом работы являются индикаторы и показатели, связанные с демографией. Конечно, мы стремимся к тому, чтобы переломить тенденцию чисто миграционного оттока. Не очень пока это получается, но зато в части рождаемости, смертности кое-что есть. Хотел бы остановиться на ключевых итогах развития, которые являются результатом этой комплексной работы. Еще раз хочу подчеркнуть, что это экономическая и бюджетная ситуация очень крайне неблагоприятная, исходит из всего разных причин, но тем не менее. Уже сколько мы знаем итоги 9 месяцев, то и 15, и 16 год, ну, 3 месяца осталось, мы уже, в принципе, надежно прогнозируем итоги 16 года, нам удается обеспечивать экономический рост. Да, он очень скромный, он небольшой, это не Китайская Народная Республика, но за 2 года 102% в реальном исчислении относительно нормально, это неплохо. Поддерживается положительный рост ВРП, динамика промышленного производства 102,4 в базе 2014 года. Ну вот, в принципе, хорошо у нас идет транспортный сектор, один из ведущих отраслей, специализации нашего края. Ну и в части вот финансовых результатов, в части налоговых и неналоговых доходов, ну, Александр Станиславович остановится над тем, все-таки да, прирост обеспечен. Ну, цифра внешне высокая, но перед этим мы практически 3 года не имели прироста налоговых доходов. dvhub.ru